Пожарным Кузнецкого гарнизона хватило несколько минут, чтобы прибыть на место возгорания. Эстафету слаженных и выверенных действий им передала добровольная пожарная команда СПК Радищева, прибывшие на пожар первые. В ликвидации условного очага возгорания здания музея приняли участие три пожарных расчета 8, 9 и 6 пожарных частей. Здание 5 степени огнестойкости, пожароопасное. Вот. Проводим с целью тренировки личного состава, взаимодействия, значит, с главой сельсовета, отработки практических навыков администрации, обслуживающего персонала, разведки водоисточников. Ну и самое главное, еще раз повторюсь, тренировка личного состава. Кузнецкий гарнизон не раз подтверждал отличные практические навыки, теоретические знания и отлаженность действий во время тушения пожаров. Горящее лето 2010 года стало этому подтверждением. За три прошедших месяца в Кузнецке и Кузнецком районе произошло около 60 пожаров, где сотрудники противопожарной службы, рискуя собственной жизнью, профессионально выполняли свою работу. И героизм этих людей в том, что принимать решения и действовать им приходится в условиях кратчайшей необходимости. Как показали учения, в принципе, вы задачу справили свои, хорошо, грамотно. Задачи поставили верные. Личный состав справился хорошо. Профессионализм пожарных Кузнецкого гарнизона высок. Это подтверждается не только плановыми пожарно-тактическими учениями, но и званием лучшего подразделения. Так, 8-я пожарная часть 4-й год подряд в областном смотре-конкурсе занимает первое место.